И дальше есть, кроме денег, продукты и так далее, есть ключевые люди, без которых бизнеса не существует. У меня есть правило, запомните, оно пригодится. Есть человек, есть проект. Нет человека, нет проекта. Мог быть замечательные идеи, все что угодно там и так далее. Если у вас не находится человека, который может встать, так сказать, в эту тройку с жеребцами, как это, бубенцами, вот это вот, и, значит, весело помчаться впереди телеги, а не сзади нее, вот, у вас, если такого человека нету, проекта не будет. Поэтому это ключевые люди.